Всем привет, меня зовут Андрей, и вы на канале Industrial Tool. Сегодня у нас будет обзор на сабельную пилу Makita MT-M4501. И это будет не просто обычный обзор, это будет сравнение с пилой Makita JR3050. И мы в этом ролике убьем сразу двух зайцев. Мы узнаем, а может быть и не узнаем, об этом мы поговорим в конце, что же такое красная Makita. Вообще пила Makita MT-M4501 это на самом деле пила MacTech MT-450T. Я расскажу почему. Вообще сам бренд MacTech появился в 2002 году. Там было, по-моему, около 22 инструментов. Появился он благодаря тому, что на рынок Китая очень много вышло очень дешевого китайского инструмента. И инженеры и маркетологи Makita подумали, надо что-то делать, продажи упали. И купили завод в Китае, и основываясь на своих разработках, на своих же удачных моделях, серийных отобрали несколько моделей и создали бренд MacTech. Но потом, в конце, по-моему, в конце 17-го, начале 18-го, произошел ребрендинг, и сам бренд MacTech убрали, они стали его называть Makita MT, и поменяли название моделей. Как узнать, какие модели у вас относятся к MacTech, а какие к Makita MT? У инструмента MacTech все названия моделей будут начинаться с двух букв. Это MT. Например, MT-450T. Вот это сабельная пила. Makita MT. Все модели будут начинаться на букву M. Только одна буква M. Например, как у нас сейчас M4501. Но на самом деле это абсолютно одинаковые две пилы. Разный у них лишь только корпус, потому что на самом корпусе указана разная надпись. Отлита. Если мы посмотрим техническую информацию пилы MacTech MT-450T, то там четко будет указано, что эта модель основана на модели JR3050. И поэтому именно эти две модели я взял для сравнения. Что вообще такое сабельная пила? Сабельная пила — это по сути тот же лобзик. Вот если взять лобзик, у нее точно такой же внутри редуктор, только повернут он горизонтально, и он по размерам выполнен чуть больше. И поэтому на сабельную пилу можно ставить пилки большим размером. Пила предназначена в основном для демонтажных работ. Пилить можно так сказать, абсолютно все что угодно, потому что пилки существуют по очень многим материалам, по металлу, по дереву, по кирпичу, по камню, по, не знаю, по льду, и мясо ей замороженное рубят. Еще такой плюс у этой пилы, то что демонтажные работы у вас будут происходить без искр, в отличие, например, от УШМ. Также эти две пилы, M4501 и JR3050, абсолютно одинаковые по мощности. Это 1100 ватт. Ход пилки 28 мм и количество ходов пилки 2800 в минуту. То есть, по сути, это, как мне сейчас кажется, не разбирая их, абсолютно одинаковые пилы. Чтобы в этом убедиться, давайте их разберем. Погнали! Ну и давайте посмотрим, как внешне выглядят наши пилы. Это красная Makita, как вы видите, написано на боку Makita MT. Данная модель называется M4501, 2020 года выпуска, 4 месяц. И ее принесли уже в ремонт. Вторая пила — это Makita JR3050. Она тоже 2020 года выпуска, но уже 10 месяц. И ее тоже принесли в ремонт. Сейчас мы разберем их полностью, сравним. И конкретно вот здесь, видите, JR3050 совсем убили. Здесь там подшипники, скольжение изношены полностью. А здесь все нормально с подшипниками, но что-то в редукторе происходит. Обратите внимание, на JR3050 не было башмака. Там повреждено по ходу посадочное место, сейчас мы это проверим. Но башмак или упор вот этот, он на обеих пилах абсолютно одинаковый.
Вот таким образом он выглядит. И почему вот он и из Makita MT из красной плохо вытащился, и здесь он тоже на 3050 болтается. Это говорит о том, что его ребята неправильно использовали пилы. При пилении сначала нужно упереть башмаком или вот этим упором в материал, в заготовку, и только потом начинать пилить. Если этого не сделать, а просто положить полотно на заготовку и резко включить пилу, произойдет резкий рывок и удар башмаком об заготовку. Таким образом, если часто будут происходить такие удары, будет, естественно, и ломаться крепление башмака. Поэтому старайтесь пилить правильно. Теперь разберем патрон. Патроны у этих пил абсолютно одинаковые. Состоят из вот такого пылеотражателя на Мактеке. Значит, отражатель этот был резиновый, на Маките его не было, потому что ребята настолько сурово использовали пилу, что он просто, наверное, порвался и потерялся. Теперь снимаем пружину, которая как раз удерживает весь патрон. 36 рублей это колечко стоит. После снимаем приводную втулку. Втулки также одинаковые. Кстати, кто хочет посмотреть, у кого возникают трудности со сборкой такого патрона, у меня есть отдельное видео по сборке патрона. Ссылка будет в описании. Видите, на Makita, на пиле Makita, вот этот штифт изношен более, намного сильнее, что говорит о том, что, ну, пилу реально использовали более, как сказать, сильнее насиловали. И вообще, эти две пилы пришли из организаций, а в организациях обычно работают люди, которые, ну, реально не берегут инструмент, относятся к нему похабно. Причем вот синяя Makita бирюзовая, она из той организации, от которой пилы приходят, ну, в очень ужасном состоянии. А красная пила Мактек, она из той организации, которая приносит в ремонт пилы немного чаще, и они у них в более хорошем состоянии обычно. И такой парадокс, вот ребята, образно говоря, в два раза чаще приносят, например, пилу два раза в год, а та организация приносит пилу один раз в год на ремонт, на обслуживание. И при этом те, кто приносит два раза в год и более лояльно ее используют, тратят меньше средств на обслуживание, чем те, вот, которые убивают их до самой, просто когда редуктор уже там в мясорубку превращается и там особо нечего ремонтировать. Потому что если вовремя принести пилу, можно поменять только подшипники, ну и там пару металлических изнашиваемых запчастей. А когда вы убиваете пилу в хлам, то приходится менять и корпуса. А корпуса обычно очень дорогие. И поэтому происходит перерасход средств. Вот мы уже, в принципе, патрон разобрали. И как мы увидели, ну, все запчасти, ну, абсолютно одинаковые. Такой же патрон, кстати, стоит и на пилах 3061 и 3070. Теперь выбиваем рычаг, который удерживает башмак. Почему-то он называется как-то сейчас вспомню. Он, кстати, тоже абсолютно одинаковый на обеих пилах. Крышка
На ней изображен замочек. И кнопочный выключатель. Он как-то еще называется масляный выключатель почему-то в прайс-листе. Далее мы откручиваем щеткодержатели. Щеткодержатели здесь, и точнее откручиваем мы крышки щеткодержателей. Они одинаковые, как и щетки. Здесь стоят 303 щетки. Также колпачки одинаковые. По щеткам мы видим, что красная Makita проработала больше, чем синяя Makita. Износ щеток у нее больше, это значит, она проработала больше времени. Двигатели обеих пил мы в дальнейшем увидим, они в нормальном состоянии. Поэтому я делаю такой вывод. Но, так, винты, и обратите внимание, артикулы разные, но винты абсолютно одинаковые. Теперь ручки. Ручки, скорее всего, сделаны из разного пластика, поэтому чуть-чуть разная цена. Естественно, разные артикулы. Это видно внутри по литью. Хотя внешне, если посмотреть, обе рукоятки обрезинены. И как бы по качеству я бы не сказал, что красная как-то хуже сделана. Мне, ну, по качеству пластика нравятся обе ручки, оба корпуса. Выключатели. А вот выключатель здесь отличается, как мы видим. И на выключателях есть фильтр помех, и на пиле макитовской установлен такой поролоновый уплотнитель, чтобы не болтался конденсатор внутри. А на красной пиле уже специально литье сделано под конденсатор. Мне кажется, это как бы решение лучше и дешевле, мне кажется, и лучше. Теперь нам нужен вот такой вот инструмент для того, чтобы извлечь все провода из выключателя. Сначала я достаю конденсатор один и второй. Парадокс в том, что по схеме артикулы на конденсаторы разные и разная цена, а по факту стоят абсолютно одинаковые конденсаторы. То есть, видите, надписи одинаковые. А вот цена по артикулам на 2 рубля и разная. А вот если искать их в интернете по артикулам, бывает попадается на картинках белый конденсатор. Выключатели разные. И, кстати, на пиле Мактековской, точнее, Makita MT, правильно будет сказано, выключатель, такое ощущение, что от компании DeFont. Такие выключатели ставят на DeWalt'ах, на Black & Decker'ах, Milwaukee. И по качеству, как мне кажется, они хуже. Но он и дешевле стоит, чем вот этот Makita'вский. Но он не Makita'вский, не помню компанию, которая производит. Японская. И просто почему он дороже? У него лучше пылезащита. И я думаю, он больше времени проработает. Ну, короче, вот на выключателе они немножко сэкономили. Удешевление, так сказать, произошло. Далее идут опять одинаковые винты с разными артикулами по одинаковой цене. Но это те же самые винты, которые закручивают и нашу ручку. Теперь снимаю держатель кабеля. Он тоже одинаковый. После снимаем кабеля с обеих пил.
Здесь, кстати, тоже абсолютно одинаковые усилители. На одной пиле просто он загнулся, а так артикулы, и они сами по себе, это одна и та же деталь. А вот кабеля здесь разные. На пиле Makita идет кабель 4 метра, а на пиле Makita MT кабель идет 2 метра. Но те артикулы, которые я сейчас указал на экране, по таким артикулам вы уже кабеля не купите, потому что к ним у нас в России идет замена. Вот видите, красный уже кончился, а бирюзовый еще продолжается. И вот артикулы, которые можно приобрести. Но на... И почему-то здесь вот этот артикул красной пилы, он идет 3 метра уже, а не 2. И купить его в России, ну как бы он в прайсе есть, а по наличию нету. А теперь я попробовал, подойдет ли ручка, можно ли заменить ручки у пил. И скажу я вам, что на красную пилу бирюзовая ручка с трудом одевается, ну почти не оделась, а красная на Makita одевается очень даже хорошо. И это что означает? Это означает, если вы хотите поставить выключатель подешевле, или у вас сломалась еще при этом и ручка, то лучше купить ручку красную подешевле и поставить дешевый выключатель. И тем самым вы какую-то копеечку сэкономите. Ну это, конечно, бред, но так вот по факту сделать можно. Вот я от Makita ставлю на Mactec, и она, ну, не одевается, я не знаю, ну, там может быть более сильнее усилия приложить, и она бы оделась, ну, не стал ломать ничего. А вот наоборот, если красную ручку на Makita ставить, она прям-таки, ну, тоже с усилием небольшим, ну, очень плотненько так, но ложится, и спокойно можно ее установить. Так что пользуйтесь лайфхаком. Там, кстати, вот из этой пилы, из макитовской, выпала еще пружинка, но о ней мы дальше поговорим. Я забыл их достать, когда снимал держатель башмака. Вот видите, чуть-чуть не заходит. Я вот придавил посильнее, и все стало. Все хорошо держится, и она, можно сказать, прям почти подходит. Вот эта пружинка, она в этих пилах одинаковая, что там, что там. То есть конструкция удержания башмака одинаковая. Ну, там чуть-чуть есть различия, но минимальные. Пока то, что мы видим, все одинаковое. Кожух резиновый. Кожухи отличаются, но тоже их теоретически, ой, точнее, не теоретически, а практически поменять можно, но они немножко не подходят друг другу. Но если захотеть, цены у них тоже там в копейки отличаются, 50 рублей, 60 примерно. Я попробовал их поменять, потому что корпуса визуально выглядят почти одинаково. От макитовской он отвалилась деталь, потому что, ну, раздолбана там держатель башмака, там корпус раздолбали. Почему, я уже говорил в начале видео. Вот я натянул от 30-50 кожух, ну как будто большеватый чуть-чуть, он так вообще легко наделся. И не совпадают отверстия для охлаждения двигателя. И наоборот. А вот наоборот, от Makita MT кожух одевается с трудом, он на сухую не полез, нужно смазать. Обычно вот на 30-60 трудно одеть.
И чтобы легче одеть такие кожухи, просто смажьте его либо ВД-40, либо вот есть мастер-смазка Валера. Вот такая. Спрыснули немного. И она просто залетит. Вот смотрите. Раз. И все. Здесь можно поправить. Также, если у вас этот кожух с трудом снимается, точно так же подсуньте трубку вот эту от смазки внутрь, смажьте, и он просто сам слетит очень легко. Теперь откручиваем держатель башмака. Видите, винты здесь разные. На Makita MT обычный такой винт, а здесь под Patai и под шестигранник. Причем дешевле винт вот этот под Patai, который больше. Потом направляющая пластина башмака. Видите, они абсолютно одинаковые. Единственное отличие — это отверстие там меньше, а там больше, и еще зенковкой сделан. И при этом почему-то дешевле запчасти. Вот непонятно мне почему. Загадка такая. Хотя, ну блин, это же абсолютно из одной заготовки, так сказать, делается. Далее стоит пружина. Пружины эти одинаковые. Кстати, вот на одной пиле ее не было, сломалась. Теперь отделяем корпус редуктора от корпуса электрики. Здесь они закручены на 4 винта, и винты разные, разной длины. Они как бы пятерка, один винт длиной 25, другой 35. Разница здесь в длине потому, что сделаны корпуса специально, как будто специально, чтобы их не меняли. Вот, кстати, на макитовской пиле еще щетка поломанная была. Я сразу просто в начале ролика удалил щетки только с одной стороны. Вот теперь, чтобы вытащить, отделить ротор от статора, нужно, конечно же, извлечь щетки. Не забывайте это делать. Достаем роторы. И теперь дефлекторы. Дефлекторы здесь сделаны тоже по-разному. Здесь, видите, не закрученный отдельно сделан, а в Makita MT дефлектор или защита статора, она прикручена вместе со статором. А здесь статор отдельно, вот такие винты. Винты, получается, здесь тоже разные. Разной длины. Извлекли винты, и цена у них разная. Причем те, что короче, почему-то стоят дороже. Достаем дефлектор. Ну, я думаю, что на Makita MT дефлектор будет дешевле. Ну, так и есть. Потому что там меньше пластика. Посмотрим на корпуса электрики. И видите, как сделано, что корпус, который Makita MT, он длиннее, а корпус, ну, на этой же пиле редуктора, он не имеет юбки, а нам, ну, это вы в дальнейшем увидите, на Makita там наоборот. А сейчас мы извлекаем статора. Статора извлекаются очень просто. Вот резиновой киянкой, либо деревянной, аккуратно по уголочку, чтобы не повредить корпус, стучим
и статор просто сам поднимается. Но при этом не забывайте снять пружины щеткодержателей, самих щеткодержателей. Достали, и если посмотреть, разница где-то в 600 рублей по стоимости, но мне почему-то больше нравится визуально статор, который в Makita MT. По весу я померил, он даже тяжелее. Ну, он, скорее всего, тяжелее, потому что у него пластиковые запчасти. И также визуально кажется, что у меди цвет разный. И вот посмотрите, о чем я говорил про корпуса. Видите, они разной длины. Хотя роторы длиной одинаковые, потому что вот здесь имеется юбка на Makita, а на МТ юбки нет. Опять же, сделано для того, чтобы народ не занимался, не менял, не использовал запчасти подешевле, подороже, а оставил только те запчасти, которые придумал производитель, инженер. И вот видите, там ротор короткий, он не достает до конца. Внутри, кстати, щеткодержатели одинаковые, и их можно заменить. Артикул вот на экране вы видите, что там, они абсолютно одинаковые. Теперь открываем наши редуктора. Редуктора визуально видите, здесь вот специально для удобства, для того, чтобы патрон собирать удобнее было, есть такое небольшое, так сказать, отверстие, выемка. Причем это на новой пиле. Ну, Makita MT пила сделана позже, чем Makita 3050, JR3050. И поэтому в этой пиле они не только, как сказать, оптимизацию сделали по поводу снижения цены, они не просто снизили цену, они даже некоторые вещи сделали лучше. Ну вот винты здесь, эти 4 винта, они одинаковые, что те два. Спереди винты подлиннее, сзади винты покороче. Вот длинные винтики одинаковые. Теперь вскрываем корпуса. Верхние крышки корпусов кажутся, что тоже одинаковые, но не тут-то было. Я попробовал их заменить. Ну, корпуса разные. Видите, о чем я говорил? Makita использовали какие-то изверги. Это называется не вовремя, не своевременное обслуживание инструмента. Поэтому там разлетелось все хлам. Вот о чем я говорил, что не подходит она, видите. Вроде бы и одинаковая, но нет. Хитро сделано. То есть заменить запчасти не получится. То же самое и здесь. Вот видите, там мешает. Все продумано. Хотя по сути, блин, детали, такое ощущение, что одинаковые. Теперь мы откручиваем пластины, которые удерживают подшипники скольжения. Пластинки здесь одинаковые, также и винтики все одинаковые. Ну то есть получается, что крепеж деталей одинаковый, а вот такие основные дорогие запчасти почему-то специально сделали, чтобы они не совпадали. А дешевые, мелочевочка всякая, она одинаковая. Вот он винт М5 на 16. Их 4 штучки здесь. И такие же винты на этой пиле, на Makita JR3050. Теперь мы берем пластинки, которые
удерживают подшипники. Они тоже все 4, ну точнее по 2. На каждой пиле стоит по 2 штуки. И они одинаковые. Нижний у 3050 нормальный, а вот верхний, потому что подшипник стерся, и, естественно, стерлась уже и пластина. Ползун терся об пластину, чего категорически уже делать нельзя. Это по звуку можно было понять. Далее идут подшипники. Здесь он даже не вытаскивается, там его развальцевало. Приходится поддевать. Я не знаю, ну это просто вот... Кем назвать человека, который работал этой пилой, я не знаю. И такие постоянно приходят. Бывает, даже по гарантии такое приносит. Начинают возмущаться, там, я вас в суд подам, засужу, что за одноразовый инструмент. Ну, ребят, ну... Я не знаю прямо. А вот так выглядит ползун. Вот по ползунам интересный момент. Вот этот ползун пилы Makita NT-5501 и ползун GR-3050 визуально они почти одинаковые. Единственное, вот где подшипник игольчатый ходит, стенки у Makita MT на 0,5 мм толще. И ползун стоит дешевле, но визуально он выглядит надежнее. И, как сказать, я пробовал его установить, ну, менять эти ползуны местами, закрывал крышки, и вроде бы как они подходят и не мешают. Не буду говорить, что вводить как бы в заблуждение, что 100% это все работает. Можете попробовать на свой страх и риск, но, как мне кажется, заменить их можно. И вы сэкономите, по-моему, там, вот только что на экране цена была, 600 рублей. Вот на ползуне как бы стоит сэкономить. Но опять же говорю, я на 100% в этом не уверен. Вот я пробую. Ну, вроде бы вот оно подошло. Я кручу, ничего, все ходит, нигде не задевает. Все нормально крутится. Далее у нас направляющая ползуна. Визуально это одна и та же пластинка, но почему-то на Makita MT 4501 просто вот этот язычок загнутый. А на той пиле язычок не загнутый. Хотя по-хорошему его, сколько я этих пил разобрал, стоит этот язычок загнуть, чтобы просто иногда ползун прямо рукой его крутить можно. А вот если его подогнуть, то ползун будет более сильнее прижиматься и как бы будет иметь меньший люфт. Но это мое такое мнение. И у них почему-то разная цена. Ну это, блин, одна и та же деталь. Вот реально. Резиночки. Резиночки здесь тоже разные. И они почему-то разные по цене. Хотя, ну, я думаю, больше резины там в граммах где-то использовано, не знаю. От чего зависит стоимость. Крышки корпуса тоже разные. Хотя, ну вот, они такое ощущение, что, ну, особо-то не отличаются. В чем прикол разности цены, не знаю. И, кстати, крышки эти идут в сборе сразу с двумя запчастями. С двумя сальниками. Вот я их выбиваю. Сальники внутри у этих пил одинаковые. Эти же сальники, кстати, и на 3061, по-моему, используются. Во втулке. Они там в схеме не указаны, но втулку можно разобрать, и там будет стоять те же самые сальники. Они вот таким образом выбиваются. Всегда их меняйте при
ремонте, потому что они почти всегда вот в таком плачевном состоянии. Хотя на вот Makita MT редуктор, при том, что по щеткам видно, что пила работала дольше, редуктор целый, и подшипники скольжения тоже целые. Что для меня как бы удивительно. Ну, с одной стороны удивительно, а с другой стороны, ну, видно, что здесь человек с умом работал, а там с руками не из того места. Это очевидно. Теперь я откручиваю ротор. Ротор здесь прикручен на три болтика. В обеих пивах болтики эти одинаковые. И единственный минус вот у этих двух пил, то чтобы снять ротор, нужно открывать редуктор. И вот два винта, они находятся прямо внутри, в смазке. Это не очень удобно. На новых пилах 3051, 3061 эти винты уже сделали со стороны крыльчатки. То есть вам не нужно лезть внутрь редуктора, смазку, а можно сразу открутить ротор. Болтики одинаковые, болтики имеют фиксатор резьбы сразу же. Теперь, чтобы не потерять, снимаю игольчатый подшипник. Ну, это его внешний корпус и сам подшипник. Он вот идет, вот эти две детальки, они вместе идут, если вы закажете. Подшипники одинаковые на обеих пилах. На 3050, как вы видите, его просто разбило, и внутренней части ее нет. Она стерлась и исчезла. И как вы видите, там даже он болтик отвалился. Теперь аккуратно постукиваниями выбиваем корпус из ротора. Стучим, естественно, либо деревяшечкой, либо киянкой резиновой. Молотком этого делать запрещено. Извлекли ротор и видим, здесь выпало кусочек корпуса. Этот кусочек выбило ползуном. Когда там размолотило все, ползун кидало куда зря. И он своим направляющей своей просто выбил корпус. Вот к чему приводит несвоевременное обращение в сервис. Вы просто, ну, ушатали инструмент. Еще и винт вот здесь отвалился. А винт отвалился, потому что когда и произошел износ подшипников, ну, ползун начал бить по этой пластине и просто выбил. А вот здесь, видите, чуть-чуть по-другому отличается конструкция. Там было две пластинки, а здесь крепится шестерня на одной пластине и внутри еще прикручена винтом. И, кстати, новая обновленная пила 3051, GR3051, у нее точно такая же пластина, вот, которую я сейчас откручиваю. Но при этом спереди добавлена еще одна пластина, примерно по типу, как вот на правой GR3050, а посредине винта нет. Вот видите, у нее износ какой. Вот. За этим тоже надо следить. Теоретически эту пластинку можно перевернуть и поставить вверх ногами, и она еще поработает. Здесь винты, видите, другие. Четыре винтика, которые удерживают две пластинки направляющих. Они тоже стираются вот здесь. Но это, наверное, видите, износ небольшой, но есть. Она, наверное, отвалилась из-за болта раньше.
Кстати, можно подумать, что это болт сначала открутился, и потом это все понеслось. Но нет, потому что если бы болт отвалился, мы бы пилой не смогли пользоваться, и это бы видно было по подшипникам. Они бы были целые, скольжения которые. А так как подшипники использованные, полностью стертые, то это говорит о том, что все-таки пилой поработали много. Ну, на макете МТ видите другое крепление. Внутри шестерня прикручена. И на этой шестерне, кстати, видите, он слизан внизу зубья. Здесь произошло, скорее всего, либо резкое заклинивание. По моему мнению, резкое заклинивание пилки, резкая остановка, и стерлись просто зубья на роторе и на вот этой шестерне. Видишь, редуктора называется редуктор, можно назвать кривошип, шестерни. Они здесь разные, имеют разные диаметры внутри, игольчатый подшипник. Причем у Makita MT игольчатый отдельно нельзя купить, а у Makita GR3050 этот игольчатый можно купить отдельно, и также можно купить отдельно эту шестерню без игольчатого. Видите, здесь разные шайбы, 14 и 18. Ну так корпуса выглядят. У корпусов тоже разная стоимость. Здесь справа втулка впрессована, а там прикручена. Кстати, впрессованная втулка очень редко, но на пилах, которые очень давно ходят, она изнашивается. И иногда бывает, она просто выпадает. Теперь смотрим роторы наши. Роторы по цвету имеют разный цвет меди обмоток. Сзади подшипники, ну, на МТ дешевле немножко. 608 подшипник и там. Там разные производители, видите, на Makita CHL, там неизвестно какой, не написано. Передний подшипник удерживается вот такой стопорной пружиной, пружинки одинаковые. Как я уже говорил, крепеж, в принципе, почти везде одинаковый. Смысла менять его нет. Стопорное кольцо внешнее S12, 12 рублей. Теперь снимаем подшипники передние. И видите, на Makita MT пылезащита похуже будет у подшипника, поэтому он дешевле там на рублей на 50. Хотя фирмы CHL как бы, ну, стоят подшипники хорошие. Не сказать, что это прям какая-то китайщина дешевая. А крепление, фиксатор подшипника на Makita MT уже улучшенный. Видите, он такой побольше, помассивнее, и он дороже. Вот так он сюда ставится, а у GR3050 точно, ну вот по сути они крепятся все на три винта болта. Роторы, видите, тоже разница небольшая, там 300 рублей в цене, и сделано так, что на разном расстоянии стоит подшипник или вал, по-моему, чуть длиннее у Makita MT. По-моему, валы одинаковые, просто крыльчатка сидит ниже, и это сделано для того, чтобы вы тоже не поменяли. Хотя по мощности двигатели одинаковые. Мы сейчас взвесим их и убедимся, они грамм в грамм просто абсолютно одинаково весят. Видите, такое ощущение, что медь что ли разная. Почему цвет разный? Может там алюминий? Ну вряд ли. Если бы был алюминий, ну, намного бы дешевле это... Легче было. А так они обе, 465 грамм. Ну а теперь выводы. Какие выводы я сделал? Как вы сами увидели, очень много абсолютно одинаковых деталей установлены на этих двух пилах.
Более того, некоторые запчасти не просто удешевлены, да, есть удешевленные, но есть также запчасти, которые стоят дороже. И даже есть запчасти, которые установлены на обновленные модели пилы GR3050, это GR3051. И эти наработки использованы в обновленной пиле. То есть инженеры не просто удешевляли продукт, они использовали какие-то наработки, или они вот пробуют различные способы крепления, а потом в различных моделях, и по итогу в конце делают какую-нибудь хорошую модель, в которой используются именно качественные узлы, неизнашиваемые. Как вы еще обратили внимание, красная пила отработала, судя по щеткам, чуть больше, но у нее такая проблема, стерлись шлицы зубья на редукторе, то есть на валу ротора и на шестерне. Такая поломка бывает и на пилах GR350, на самом деле поломка не очень частая, редко встречается, и скорее всего это произошло, потому что видели, уже прижимные пластины износились, редуктор чуть уже не так сильно прилегал к самому ротору, ну, шестерня. И при резком ударе, когда пилку резко заклинило, произошло стирание зубьев. Такое бывает и на 3050. Но при этом для меня было удивлением, что щетки выработаны больше, а подшипники скольжения абсолютно как новые, в отличие от той же 3050. Хотя та пила вроде как отработала меньше. Это говорит о том, что все зависит еще от людей, как работают люди. Возможно, здесь работали качественными пилками и не давили на инструмент, а там сэкономили, работали тупым инструментом. И, естественно, человек сильнее прижимал усилия, давил на эту пилу, что мы как бы видим и в результате. Плюс пилы нужно вовремя обслуживать, следить за износом запчастей. Какой вывод я сделаю? Для домашнего использования пилы Makita M4501 просто за глаза. Вам не нужно переплачивать и покупать 3050. Хотя 3050 на сегодня вы уже почти не купите. Да, она еще продается, там, по-моему, на Яндекс.Маркете есть в районе 20 тысяч. Но это завышенная для нее цена. Она продавалась по, по-моему, там 1011-12, потом после подъема цен 15 последние продавались. И 20 тысяч, это, ну, чересчур завышенная цена. А 4501 вы можете купить, вот, пожалуйста, я вам даю ссылку, 8800. Ну, это просто халява. По сути, пилы одинаковые. Да, выключатель там чуть дешевле, да, провод короче. Подшипники чуть дешевле, но подшипники также качественные. И поэтому именно для дома смысла нет. Для производства, да, вот эти две пилы, они их взяли для производства. Я вот лично сам советовал бы для производства брать пилы помощнее. 3060, 3061, 3070. Но, как вы видите, и такими тоже пилами используются в производстве, но просто их чаще и вовремя нужно обслуживать. А на самом деле обе пилы абсолютно качественные, можно сказать, почти одинаковые. Выбор, как говорится, остается только за вами. Да, ребят, кстати, вы видели, я для каждой детали выставлял ее цену. И я в конце посчитал, сколько же стоит, если собирать по запчастям каждая из моделей. И вот я здесь отобрал, посчитал Makita GR3050. В общей стоимости, в сумме стоит 20 152 рубля 80 копеек. Это если собирать ее по запчастям. А Makita MT4501 стоит 17 209 рублей 2 копейки. Ну, как бы 3000 разницы. Я бы не сказал, что это такое сильное удешевление. А продают ее реально намного дешевле. Вот здесь не знаю, либо они работают сами себе в убыток, либо синюю Makita продают по завышенным ценам. Здесь уже думайте сами. Также, ребят, если хотите увидеть подобные видео с другими моделями красной Makita, напишите компании Makita, выделите собачку Makita Russia в комментариях. Вышлите Андрею пару моделей Makita MT.
Ну, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!